Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного вітання наші. Як завжди, у цей час розпочинається проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Сьогодні в студії працюємо для вас, працюємо і з вами, і з нашою гостею. Карантин показав потребу у вмінні користуватися гаджетами. Чи всі з нас можуть діджиталізуватися? Які складнощі виникають у запоріжців, котрим за 50 із освоєнням, власне, сучасних технологій? Про це та інше сьогодні будемо говорити упродовж наступних 25 хвилин. Тож, друзі, долучайтеся до нашої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон прямого ефіру. Також долучатись можна до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У нас в гостях сьогодні Ольга Богославська, директорка середньої школи нового типу IT Step School. Добрий день. Добре утро. Тож, пані Олю, чи всім дано освоїти сучасну техніку, можливості онлайн-оплат, різних і комунальних послуг, і магазинів, спілкування в онлайні тощо. Чи все-таки існують вікові обмеження, коли цю, скажімо так, науку вже не можна зрозуміти? От знаєте, мені прежде всього хотілося б почати з ситуації, яка привела нас к сьогоднішньому розмові. Понятно, что эта тема уже очень актуальна и часто наболевшая. Я говорю о карантине, о коронавирусе, о пандемии, о том, с чем мы живем последние несколько месяцев. И именно с этого хотелось бы начать и напомнить, ну, знаете, уже классический тезис о том, что в том же китайском языке один и тот же иероглиф обозначает, имеет два значения. Это либо кризис, это либо возможности. И вот ситуация, в которой мы оказались, тоже очень-очень-очень кризисная и стрессовая. Но, с другой стороны, эта ситуация, она продемонстрировала новые возможности. Она часто явилась катализатором и ускорителем каких-либо процессов. И вот когда мы говорим о диджитализации для взрослых людей, это показательно. Потому что если на протяжении многих лет многие люди, наши с вами там родители, бабушки и дедушки, жили обычным образом жизни, вели себя как всегда, то сейчас пришло время действительно вот посмотреть, ну как бы измениться. И это неплохо, это нормально, это хорошо, это данность. И, конечно же, когда мы говорим о взрослых людях, вот сегодня мы условно называем даже цифру 50+, здесь есть дополнительные сложности. Но это точно не приговор. Понимаете, потому что если раньше, там, мы помним, в средневековье 20 лет это уже была древняя старушка, то сегодня 50 – это практически еще ну, девушка, которая, молодая женщина, которая еще ого-го, сколько всего впереди. Поэтому ситуация интересная, ситуация классная. Ситуация требует внимания, да, совершенно верно. Ну и каждый раз я говорю, любая проблема имеет решение. И первый шаг – в решении любой проблемы, это перевод проблемы в статус задачи. Власне, все рішається. От рішається все. Це як тоже. Впоратись? От карантин. Багато хто з нас, хто залишається вдома, вже скаржився на те, що втомилися сидіти вдома, втомилися відчувати себе залежними від когось, особливо якщо це літні люди або люди, у яких проблеми зі здоров'ям, то як впоратися з цим тиском, з відчуттям безпомічності, залежності і почати опановувати? Да. В будь-якому випадку ми говоримо про те, що ця проблема існує, вона особливо углубляється в ситуації там, фізичного, якого-нибудь фізичних проблем, возрастних в тому числі. Но говорить о том, что вот проблема только для людей, ну, взрослых, тоже не совсем, ну, не совсем, наверное, правильно. Это проблема для всех. И то, что существует ощущение там, усталости, тревожности, это тоже для всех.
При этом нужно разделять четко физиологическую составляющую и психологическую составляющую. Многие люди и в молодом возрасте в силу своих психологических особенностей с этой ситуацией не справляются. С другой стороны, многие взрослые люди вполне комфортно чувствуют себя в ситуации карантина. Ну и здесь, конечно же, одним из инструментов, который позволяет безболезненно выйти из ситуации, а может быть даже получить много разных преимуществ в ситуации, является вот эта самая диджитализация. То есть умение пользоваться, обращаться как с инструментом все то, что уже есть. Все это есть, эти инструменты есть, берем и делаем. И самое, знаете, вот что интересное, вообще это несложно. И есть определенный алгоритм, который позволяет человеку, в том числе и взрослому человеку, научиться пользоваться вот этими инструментами. Для чего? Для решения своих проблем. Каких проблем? Разных. Психологических? Да, в том числе. Секундочку, вот я хочу акцентировать внимание на том, что вот все наши гаджеты, берем классический смартфон, это инструмент. Им можно научиться пользоваться. А для чего? Для решения своих задач. Как это сделать? Ну, тоже это нужно понимать. Як донести людям за 50, що це добре, що це нормально в сучасному світі? Як зробити цей перший крок? Адже коли ми починаємо говорити за тих людей і смартфони, вони, більшість, принаймні, починають лякатися. Ми ніколи не знали цього і не хочемо цього більше тримати в руках. Я позволю себе отойти немного в сторону и вспомню там страшную историю, прям вот страшную пугалку, не побоюсь даже этого слова, когда говорят, а что же будет, когда процессы в государстве перейдут в онлайн? Мы помним о том, что концепция до 2024 года, держава в смартфоне, 90% государственных учреждений, в планах такое было, должны перейти онлайн. И что же будет тогда? А куда же денутся все эти люди, там тетечки и дядечки, которые записывали вот в эти гроссбухи, перекладывали листочки и хранили архивы? Это же ужас, какой кошмар. Но это проблема или не проблема? Вот как вы думаете? Я думаю, что это не проблема. Это реалии, и нужно понимать, что человек, который перекладывал листочки с одного места в другое, ему просто нужно освоить новые компетенции, ему просто нужно освоить новые навыки, ему просто нужно выйти на новый уровень и жить по другим правилам. И когда мы говорим о взрослых людях, которые никогда этим не пользовались, их пугает смартфон, назовем это условно так, конечно же, им нужно помочь. Но, опять же, это личное дело каждого. А помочь можно следующим образом. Нужно объяснить, что это легко. Нужно предложить простой путь. Почему пугаются взрослые люди? Конечно, да, физиологические процессы накладывают свой отпечаток. Да, и степень восприятия информации специфическая уже не такая, как, допустим, в молодости. Все это понятно, но люди пугаются, потому что непонятно. Потому что лексикон специфический, термины никогда не слышали. Поэтому задача. Либо родных и близких, например, дети, внуки, кто угодно. Либо соответствующие службы. Государство, да, тоже может взять на себя эту функцию. Перевести всю вот эту вот сложность на простой язык. Первое – делаем вот так. Второе – вот так. Третье действие – вот так. И тогда ты получишь вот это. Поэтому вот первый шаг – перевести сложное в простое и показать человеку, какие задачи он сможет решить, какие выгоды он получит от того, что освоит вот этот смартфон. Но здесь еще один нюанс психологического характера. То, что годами воспитывалось, привычки быть в очередях, тратить время неэффективно, замещать понятия «процесс» и «результат». Да, это генетические привычки, которые годами они вот накапливались и накапливались. И если человеку сказать, допустим, бабушке условной, там, милой Марии Ивановне, что тебе не нужно будет стоять в очереди 2 часа, ты в это время можешь, заняться чем-то своим интересным, не факт, что Мария Ивановна захочет поменять, простаивание в очереди в поликлинику, в банк за какой-то справкой, потому что у нее это в привычках. То есть людям нужно показывать возможности, людям нужно говорить о том, что вот все это время простое можно потратить
и на себя, и на внуков, и на хобби, и на увлечения, потому что и в 50, и в 60, и в 70, и в 80, я в это искренне верю, но жизнь точно не заканчивается. И из чего будет состоять эта жизнь? Ну, вопрос, наверное, каждого из нас. Хотя мы помочь... Якраз Анджела пише, що моя бабуся завжди казала, я ходжу в поліклініку не за здоров'ям, я ходжу за спілкуванням. І от правильно, і це та глибинна потребність чоловіка, людей, які потрібно нам розуміти. Проблема не в тому, що люди не хочуть нажимати на кнопки. Проблема в тому, що як вони цю потребність в спілкуванні реалізовують. Тому що дуже часто діти зайняті, внуки у них своя життя. Все, где людям получать общение? И, конечно, вот наша с вами задача эти осередки спілкування все ж таки якось зробити, донести, що що це возможно. Да, тому що общение, да, це важно. Ми попитали кількох людей, провели таке нерепрезентативне опитування, чи користуються вони гаджетами для покупок, сплати за різні послуги, то що почали з питання про те, скільки їм років, ну і власне чи користуються. Зараз послухаємо, що вони сказали, і продовжимо. Ваш вік і чи користуєтесь ви гаджетами для сплати за якісь послуги чи покупок онлайн? Вік уже 60 років, пользуюсь уже років 5. Я комунальні оплачую через Приват24. Чи легко було навчитися? Було легко, я ще тоді був молодий. 58 років пользуюсь гаджетами для оплати комунальних послуг і інші платежі з карти на карту, перевод грошей через інтернет. Ну і Приват24 потихеньку ізучив і користуюся. 44. Користуюся, грудь, понятно. Мені 47 років. Гаджетами для покупок онлайн не користуюся, хіба що переказую з картки гроші, за допомогою Приват24. Чи складно це, чи просто вам незручно? Просто ще не пробував. Ось таке нерепрезентативне опитування ми провели невеличке, попитали у людей, скільки років, чи користуються. Нам на шляху трапились люди, які користуються здебільшого, тому що мають застосунок певний. Була відповідь, що просто не пробував. Певно, що заважає? Страх, незнання чи просто небажання? Опять же, откуда возникнет желание? Да? То есть, оно должно каким-то образом сформироваться. И вот отвечая на ваш вопрос, почему так бывает, почему люди не пользуются, кстати, вы же обратили внимание, что возраст здесь все равно не является ключевым показателем. Мужчина в 47 лет, я считаю, достаточно молодой мужчина, говорит, что он не пользуется. При этом кто-то в 58 вполне активно пользуется. То есть возраст здесь не главное. Здесь все-таки главное привычки и... Но это тоже, это психофизиология человеческая такая. Страшно сделать первый шаг. То есть очень часто мы не делаем чего-либо, потому что не знаем, как сделать первый шаг. То есть нет проводника вот в этот, в данном случае, мир диджитализации. То есть некому взять за руку, посадить, выделить 15 минут и сказать, а вот смотри сюда, делаем раз, два, три, получаем результат. А, можливо, у людей немає можливості купити той же самый смартфон або комп'ютер? Я думаю, что современные социологические исследования говорят об обратном. Достаточно большое число людей имеет вот современные средства связи. Кстати, используют только как связь, хотя возможности гораздо шире. Мы сами, если посмотрим по своим знакомым, родным и близким, категории 50+, я думаю, что мы увидим, что у большинства у них это есть. Другое дело, что даже при наличии смартфона процент тех, кто максимально использует их возможности, незначительный, недостаточно. Аня написала, моему чоловікові 48, він не користується різними послугами, тому що каже, у мене широкі пальці, я попадаю повз букви і все, що потрібно. Ось такий коментар мали. Ще є коментар у нас від бібліотекарки Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва Олени Ольшанської про проєкт «Дія цифрова освіта». Це ті можливості, про які ви кажете, про те, що є кому пояснити, що було кому пояснити. Тож, зараз послухаємо, що відбувалося на базі закладу, що відбуватиметься, і далі продовжимо.
Наша бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації. Цього року Українська бібліотечна асоціація уклала договір з Міністерством цифрової трансформації, згідно з яким бібліотеки є амбасадорами цифрової грамотності в Україні. Отже, це означає, що саме бібліотеки є тими майданчиками, що допомагають мешканцям наших міст покращувати свої знання з цифрової грамотності, вдосконалювати свої навички користування комп'ютерами, інтернетом та іншими цифровими технологіями. Зокрема, на базі Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва є стаціонарні комп'ютери, є Wi-Fi. Ця послуга користується великою популярністю серед наших користувачів. До нас приходять люди різного віку, вони мають різні потреби, різні запити. Зокрема, ми розповідаємо їм про сайт, який називається «Дія. Цифрова освіта». Це портал, на якому всі охочі можуть зареєструватися та пройти навчання, продивляючись навчальні серіали та виконуючи тести, і таким чином підвищити свій рівень цифрової грамотності. Зараз у період карантину бібліотека не працює, ми таких послуг зараз не надаємо, і до 22 травня бібліотека перебуває все ще на карантині. Ми будемо дослухатися постанови уряду, будемо дотримуватися офіційних рекомендацій з виходу з карантину. А коли ж карантин буде ще більш послаблений і почне працювати також відділ читального залу, так само поступово відновиться і наша робота з цифрової грамотності. Ось так розповіла бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва Олена Ольшанська про проєкт «Дія. Цифрова освіта», що триває на базі закладу. Це перспектива в бібліотеці, де можна навчатися. Подібний проєкт діяв і при обласному товаристві Червоного Хреста, пані Олю. Куди ще можна звертатися? От чи потрібно, наприклад, можливо, самим людям шукати можливість або, наприклад, попросити друзів або сусідів? Угу. От що ви скажете? Прежде всего хочу сказать, что очень замечательно, здорово, великолепно, что такие возможности появляются. То есть уже сегодня мы с вами озвучили две точки, которые могут быть четкими ориентирами для людей, которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону, войти, ну, идти в ногу со временем. Это областная библиотека, вот мы, спасибо большое, это важная ценная информация, и, ну, Красный крест, да. Хотя бы этого уже достаточно. И, знаете, не хотелось бы мне как-то изрекать какие-то банальности, но все-таки, ну, прям так и просится одна из них. Тот, кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет решить вопрос, он ищет оправдание. Обязательно найдется миллион причин, которые объяснят, почему я не могу, не хочу пользоваться. Широкие пальцы, отсутствие смартфона или все что угодно. Здесь нужно, ну, наверное, все-таки сделать, ну, прежде чем сделать шаг вперед, нужно сделать шаг назад. Первое. Нужно понять, комфортно ли мне сейчас в этой ситуации. То есть все ли меня устраивает. И если человека вот абсолютно все устраивает, его тяжело будет вытащить хоть в библиотеку, хоть куда угодно, да? Но если человек задает, ну, четко понимает, что не все хорошо, меня это тревожит, я трачу много времени, у меня отрицательные эмоции, то есть вот что-то меня не устраивает, тогда следующий вопрос прямой. Какие задачи мне нужно решить? Например, вот решать с минимальными затратами ресурсов. Например, сделать платежи, общаться с родными и близкими. То есть, если меня не волнует, что там делают мои родные и близкие, то мне не нужно осваивать, допустим, Skype, Viber, там, Telegram или все что угодно. А если меня волнует, что там мой внук где-нибудь, ну, я условно говорю, делает, то я задаю себе вопрос. Меня это волнует? Да, это меня волнует. Хочу я общаться со своими родными и близкими, видеть их лица, глаза, там, как растет кто-нибудь? Да. Следующий вопрос. Да, хочу. Следующий вопрос. Как я могу это сделать? Здесь, вот здесь только начинаются сложности. И мы переходим к тому вопросу, который мы озвучили. Кто мне может в этом помочь? И знаете, я тоже не любитель давать советов, но здесь, в общем-то, хотелось бы посоветовать взрослым людям следующее. Нужно научиться просить
о помощи и проговаривать свой запрос вслух, например, своим детям. Да? Нужно просто сказать: мне нужна твоя помощь. Я не разбираюсь, я ничего не понимаю вот в том, что происходит сейчас. Пожалуйста, полчаса времени. Объясни мне сейчас, объясни мой путь. И я уверена, что в 99% случаев, если взрослый человек, ощущая эту потребность, скажет это вслух, дети найдут эту возможность. Если уж тогда вот здесь не получилось, тогда, пожалуйста, вот как минимум в библиотеку можно позвонить и записаться. И там уж вопрос коммуникации, общения будет решен максимально полно. Ну, а технологичность... Отлично, що є така можливість теж. Ми говоримо сьогодні, друзі, із Ольгою Богуславською, директоркою середньої школи нового типу IT Step School. Говоримо про те, чи всі вікові категорії можуть опанувати гаджети. Є коментар від Івана. Мені ніколи не вистачало терпіння пояснювати батькові, як правильно користуватися комп'ютером. Включити-виключити він знає, все інше боїться робити. Я навіть не знаю, у мене і часу не вистачає. Може мені йому просто написати покрокову інструкцію, куди що натискати? Здесь вот по конкретному коментарю, я думаю, что целесообразнее, наверное, правильнее, там, душевнее, в конце концов, будет сделать следующее. Не написать инструкцию, потому что инструкцию написать – это тоже сложно, и если Иван говорит, что нет времени, это занимает время. Лучше найти человека, который это сделает. То есть Иван может не сам объяснить, а найти человека, проводника, который решит вопрос вот таким образом. Это будет эффективнее, целесообразнее, и вполне объяснимо с точки зрения занятости. Пані Олю, а скільки відсотків успіху в опануванні оцих гаджетів, всіх додатків, застосунків, яким у нас є в комп'ютерах, в телефонах, залежить від бажання самої людини це зробити? Вы знаете, точную цифру я озвучивать не буду, у меня нет прям вот таких официальных данных, но у меня есть мое абсолютное внутреннее убеждение, что не только в освоении гаджетов, а в любом другом деле от желания, от стартовой мотивации зависит очень много. И я каждый раз говорю, не бывает ленивых или неспособных людей. Есть люди, у которых недостаточно мотивации и ресурсов. И вот поэтому вопрос мотивации, внутренней мотивации или внешней мотивации, он является приоритетным, и самым главным. Как в освоении гаджетов, так и во всем другом. Поэтому если мы хотим помочь взрослым людям, эту мотивацию нужно им создать. Еще раз как? Вот показать, насколько это круто, насколько это классно, насколько делает жизнь легче, и ярче. От вопрос мотивації. Щодо гендерності ще хотілося запитати. Краще чоловік чоловікові таке пояснювати або жінка жінці? В этом вопросі дані все-таки є. Да, вот именно так, Олександр, як ви сказали. Тому що бувають різні ситуації, а здесь да. Женщина женщине, мужчина мужчине. Во всяком случае, официальная версия такова, хотя индивидуальные моменты есть, конечно. Є коментар від Володимира, він пише, що спробував колись платити онлайн, нічого не вийшло, я плюнув і повернувся до старої схеми. І в нас теж є питання з цього приводу, чи полишати спроби, якщо не вдалося з першого разу. Особливо, якщо це стосується грошей, коли ти пішов в мінус. Я думаю, что в минус, во-первых, вопрос информационной безопасности – актуальный вопрос. Да? То есть мы должны прекрасно понимать, что данными не разбрасываемся, деньгами, в общем-то, тоже. Да. Говорить о том, что если есть здесь минус, минусы все-таки, к счастью, бывают не очень часто, хотя бывают. И вот возвращаясь к вопросу, стоит ли пробовать следующий раз. У нас хвилина залишається. Точно так же. А если ты хочешь стать великим кулинаром, и первое твое пирожное вышло не слишком шедевральным, стоит ли пробовать второй раз? Здесь точно так же. Но эта ситуация усугубляется объективной реальностью. Конечно же, те государственные структуры, которые вводят все это, они тоже учатся. И давайте будем снисходительными, давайте будем давать второй шанс и себе, и остальным. Поэтому и второй раз пробовать, и так далее. А по статистике, третий раз он заканчивается успехом в ситуации, если время, промежутки между первым, вторым и третьим разом не очень большие. Пані Олю, що скажете, після карантину ці всі
нові знання знадобляться, чи про них можна буде забути? 15 секунд. Не то, что они понадобятся, они будут активизироваться, актуализироваться все больше и больше. И только тот, кто это понимает, он будет жить полной жизнью. Поэтому да. Друзі, тож незалежно від місця вашого проживання, вам можуть знадобитися гаджети в будь-який момент. Ви можете і оплатити, і поспілкуватися. Принаймні, на цьому наголошувала директорка середньої школи нового типу IT Step School Ольга Богуславська, яка була в нас сьогодні в гостях. Говорили про діджиталізацію суспільства. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Коробець. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».